Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. Спасибо за лайк и подписку. Всю ночь с 19 на 20 ноября на большей части Украины идут жесточайшие воздушные бои с дронами «Камикадзе». Даже под утро 20 ноября продолжает поступать информация из многих регионов Украины, что там слышна канонада работы ПВО. Положение с энергетикой в Одессе после массированного ракетного удара 17 ноября остается, наверное, самым и самым тяжелым из всех регионов Украины. Электроэнергия в домах одесситов пропала 17 ноября во время массированного ракетного удара. И до сих пор у нас в городе есть районы, где ее нет и когда она будет, никто точно сказать не может. По той информации, которые поступают два вечера подряд. В некоторых районах города горожане, озлобленные и недовольные тем, что в их домах нет ни света, ни тепла, ни воды, выходят на улицы и перекрывают проезжую часть. Этими действиями они пытаются привлечь внимание наших властей к своему бедственному и тяжелейшему положению. Но никакого результата это не дает потому что реально положение с энергетикой в Одессе и в области очень и очень тяжелое. Из-за бедственного и тяжелого положения с энергетикой у нас в Одессе 20 ноября общественный электротранспорт работать не будет. Ночь с 18 на 20 ноября у нас в Одессе пока, слава богу, проходит спокойно, напряженно, без воздушных тревог, без прилета дронов Камикадзе и ракет. Это были главные новости из Одессы моим дорогим соотечественникам и землякам. Мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч.